Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. И правда, объедение. Да зачем пиццу с рисом ешь? Ну, японцы всегда ведь рис сидят, да? Я китаец. Ты разрешил второму выйти из камеры по прихоти своего заключенного? Один разок можно. Не договаривай за меня! Молодцом, Широ! Китайцу понравилось твое блюдо! Терпеть не могу эту женщину и ее скверный характер. У кого это тот скверный характер? Это... Казари! Чья бы корова мычала? Просто сдохни уже, старый ты козел! Я, кстати, тоже тут. Закатил истерику из-за какого-то там жареного яйца! Натура! Я же всегда поливаю жареные яйца соевым соусом, а не вустерширским, блин! Успокойтесь уже! Ты чё сказал? Все, ты меня окончательно достал! Мы разводимся, и точка! Не стыдно перед дочкой-то! Слушай, Кагуя, скажи им ту фразу. Мамуля, папуля, что такое разводиться? Вы что, решили развестись? Ладно, в этот раз прощаю. Да, вот это поворот. Хаджиме! А, и ты что ли здесь? Говори давай, что мои заключенные здесь делают? Ты же сам сказал, это на один разок. Заткнись, обезьяна недорезанная. Чтоб ты знал, я не хочу, чтобы твои зэки общались с моими. Они ж черт знает на что способны. Так что не раздевай свой рот и следи за ними, усек? Как же ты задрал. По морде захотел, обезьяна. Че ты сказал, Гарина недоделанная? А ну заткнулись! Каждый день одно и то же. Давайте вместе с нами. Не хочу. Что? Ну это же так весело. Может, он просто не умеет? Еще как умею. Ты за кого меня держишь? За дело. Грёбаный мелкий автомат! Ну, прошу, успокойся! Учитель, нет! Сейчас-то я точно ее достану. Чтобы достать эту игрушку, нужно держать баланс. Чё ржёшь? Похоже, тебе довольно весело. Я просто ненавижу проигрывать! Мне ни разу не весело! Ура! У моего учителя получилось! Учитель? Это слишком легко. Эй, вы там! Хватит уже в игрушки наяривать! Кто бы говорил?